Владимир Кованов. Замечательный постер и замечательная фотография. Замечательно. Владимир Кованов. Рязанский фотограф. Прекрасно. Итак, мы находимся в училище искусств имени Вагнера в городе Рязани. Мечта сбылась, и я здесь со своими друзьями, с прекрасным фотохудожником, преподавателем Рязанского училища Владимиром Ковановым и моим другом, с которым мы прошли много-много этапов нашей жизни, жизни нашей организации Art of Inspiration, Михаил Попов. Получаем огромное удовольствие от пребывания в Рязани. Столько эмоций, столько человеческих образов мы видим здесь. И вчера, побывав в совершенно уникальном месте у Сергея Александровича Есенина, мы ощутили еще раз красоту, невероятную красоту русской души, русской природы. Она слилась воедино. И душа как бы летела в воздух лично у меня. Поэтому я очень и очень рад тому, что я здесь, где рождаются новые лица, новые люди, которые придут в искусство и украсят российское искусство. Вот так. Да, 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 стильно очень. И вот когда-то вот эти тона, вот она, вот эти все передавались, как бы было с черно-белой фотографией. Ну, она не всегда шла. Что ж, пленочка? Да, это она не всегда пленочка, проверенная, правильно. Какого? 1876 года. Да. Замечательно. Ага. Так, ты в училище? Просто остается порадоваться, что все-таки да. Есть люди, которые сохраняют да, это. Посмотри, какая красота. Василий. Тёма Миролевича. И получает от этого огромное удовольствие. Самое главное, успешно очень продвигает. По всей Европе практически продается. Спасибо. На здоровье. Снимайте. Рука, рукопожатие. Стоп. Вот, вот. Это будет хорошая вещь. Очень. Ивановича Иванова. Володя, надо сходить, если время будет. Мы обязательно, мы с этой целью, в общем-то, приехали, тогда посмотреть. Галерея, музей художественный, собственно, наш вот такого профессиональный уровень, три галереи. Владимир Андреев. Здравствуйте. Не меняйте позы. Стараюсь. Интересный проект назывался «Кумиры». У каждого пера своего кумира и в стиле Ворхола создавал там 9 работ. Вот он как раз и пошел в дизайн. Да, он графический дизайнер. Он же графический дизайнер. Какой случайный. Это то, что они не разобрали, да. Такие свои кумиры, свои цветовые гаммы. И что угодно написать. Это все должно было выставляться в интернете и расти, расширяться. Эти планшеты должны были заполнить любые пространства. Я сейчас покажу вам, я расскажу, как она рождалась. Черного ничего нет. Ну, ничего. Черный красок и не только. Несколько спецов. Ну, сейчас не видно. Решил бы ее не живописным путем, графическим. Я вообще переклеил бы все это. Вернее, наклеил все это на большой формат. Абсолютно. Твердый. Все бы. Вот карандаш. Мне интересно, вот как карандаш. Абсолютно. Спиной, да? Хорошо. Сейчас приправим. Да? А вот тут вверху, мама, он закончил свой Лиховский. Где? Вот белогвардейцы там. Да. Это свой Лиховский закончил.